Все-таки. 4. Да. Можно еще быть спичу 1914 или 17 год можно поставить еще. Плюс-минус. Да, ладно. Так, что у нас, где у нас там с вашим каналом, с нами, с нашими точно. Так. 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 О, пошло. А, это не надо. Все круто, все замечательно. Ладно, надо пройти. Все, лицезрим. Зрицелим. Да. Вот, а 2 декабря 86 года. Да. Я надеюсь, это будет завершающее у нас. Да, я то, что я думаю, в принципе. По идее, осталось не так много. Ага. О. Видно вас замечательно, Алексей. Угу. Так, приветствую. Кто добавился? Ёпты, мальцы. Графони, да, Лёх, вообще? Гафрец вообще. О, еще подлетело. Ребят, всем привет. Смотрите, в кого цель. Да, всем привет, ребята. Это у нас завершающие уровни. Вроде как. Игры ордер. На, ёб. Дешевер. Вешедер. Вот что там. Бля, вот надо было вот так вот нажать. Да я еще, ребят, порезался, блин. Мне еще палец больно нажимать на джойстик. Ладно, я думаю, сейчас... Больно, да, очень обязательно больно. Нормально, да. Ладно. Ничего, ничего. Сквозь боль. Сквозь боль. На. Во тьме ночной. Да. I'm the night. А дальше не помню, что во тьме ночной. И при свете дня. Играй в PlayStation. 30, не знаю, 4 дня. Нет, не для меня, понял, так вот. Я полагаю, это не последнее. Согласна, будьте наготове. Так, вот тут какой-то у нас патроны. Ну чё, гуси, на! В шляпу тебе прям. А, вот такой вопрос, кстати, на заре. Где лучше целиться, в ордере или либо в Андромеде? Где лучше целиться? Одинаково у них прицеливание. Потому что, да, что там, а там нет автомата, ни там, ни там. Понятно. Абсолютно одинаково. Автоприцел есть в этом. В Destiny. Там, да, там есть. Ну, это понятно. Вот, там есть, да, автоприцелы. Что такое? Там, потому что мне некогда там прицеливаться, там нужно быстро реагировать. Да? Ну, может, они и правильно сделали, как раз, что нам. Да, ну, пока будешь целиться, тебя снимут тоже, блин. Да. Идем. Идем.
Кутяк. Леди Грейн, здесь явно побывало несколько человек. Кто-то помог сэру Галходу. Сообщите совету, что мы разыскали беглеца. Прикажите всем рыцарям стягиваться к Уайт-Чепелу. Да, милорд. Миледи. Господь свидетель. Я положу конец этому мятежу. Миледи, да. Все вон! Бегите! Только лицо было так похоже, как будто он на мужское что-то немножко. Мимика такая. Да. Всех без разбора. Собирайтесь и уходите. У меня есть одно дело во дворце. Вы что, не в своем уме? Вам никак нельзя появляться во дворце. Я должен вызволить Николу. Я его должник. Алистер вас знает. Он ждет, что вы явитесь. Знаю. Значит, идем вместе. Нет. Этот бой я должен провести один. Если доживу до завтра... Я разыщу вас. Вот видишь, он говорит, этот бой я должен провести один. Не слышали? Я больше не рыцарь. Короче, походу, кульминационный момент скоро будет. Нет, вы не рыцарь, мсье. Но кто, предатель или патриот? Предатель или патриот? Кем бы вы хотели меня видеть? Полагаю, у вас свои резоны. Две революции научили меня, что неправы бывают обе стороны. Я этого не забуду. Уж постарайтесь, месье. Ну-ка, ребят, 5 сек. Уж что-то как-то тихо игра играет. Мне что-то хотелось бы ее это погромче сделать. Давай, давай. Сейчас, секундочку. Сейчас я... Тоже совсем тихо. О. Все отлично. Замечательно. Посигнете на дело свободы. Соответственно, Ваня, тебя тоже громче слышно. Да, да, да. Имею в виду. Не качать, понял. Мы еще встретились, друг. Спасение жизни. 15 глава. 15, окей. Уже уходите? Дерри. Вы запомнили мое имя? Мне многое нужно вам объяснить. Я должен был вам поверить. Нет времени на болтовню. Вижу, вы торопитесь на тот свет. Я все исправлю. Любой ценой. Тогда держите. О, и постарайтесь не умереть. Похоже, вы нравитесь моей королеве.
Доберитесь до лаборатории Теслы. Погнали. Аккуратненько. А, нам дали модный автомат. Сейчас вспомню, как нам переключаться. А, еще рано. Опа. Прикольный антураж, классно вообще сделано. Никола, ответьте. Я в катакомбах. Иду к вам. Вам нельзя здесь появляться. Держитесь. Я скоро буду. Угу. Так. Подождите, а я вот здесь... А, бумажечку-то я взял. Значит, нам туда. Да вы с ума сошли. О, привет, ребят, всем привет, кто пришел. Да, привет снова, привет. Приходящим. Да. Так, взяли. Погнали дальше. И все. Вылезай, тварь. Вылезай, сука. Знаю. А, белый колпак. Понятно. Сволочуга. Так, как оружие-то поменять? Я что-то у меня улица разговаривала вообще. Попробуй, наверное, на крестик поменять. А, точняк. Что улетел с головы? В Андромеду играл, все перепутал сразу. Угу. Ладно. Да, игры разные, управление, кстати, соответственно, тоже разное. Собака. Mm-hmm.
Главное, этого дровосека сюда не допустили, что он это... Железного. Правильно делаешь. Насчет... Он тебе раздел как в два счета. Но он заходит, он бронированный, и у него долбить надо много очень. Угу. Вот же не дает его людюшки. Да. Здорово, Никитосина. Никитосина. Как ваша. Здорово, Никитос. Так, все, вроде всех поубивали, надо нам. Привет, Никитос, да. Как ваше ничего? О, автомат хороший. Ну, я думаю, я не буду. Ой, бомбочки есть эти, точнее, что? Духовка есть. Да, нормально. Вот только вот жара замучила. О, еще кто-то пришел к нам. Привет, привет, ребят. Очень хорошо, что... Ну, мы сегодня попытаемся ее пройти. В принципе, нам тут, ну, мне придется все-таки ружье какое-то менять мне. Придется ружьишко-то мне взять другое. Вот это, наверное. Mm-hmm. Хотя бы патроны будут. Ой, как на стол. Да, ну, соответственно, по тебе тоже, тоже как-то успели соскучиться тоже, в принципе. Пропащая душа. Да. Че так, куда там? Запоздалый экспресс меня уносит. А, вот там, налево. Подождите, подождите. Должен все проверить, потому что здесь могут быть очень важные эти патроны. Нет. Никола, уходите оттуда, немедленно. Бояться нечего, друг мой. Я ставлю канал связи открытый. Все будет хорошо. Никола, не глупите! Никола! Ты ж, да вроде нормально, так много дел, не могу вас смотреть. Ага, бывает. Да? Я вижу, вижу. Бывает. Это! Ах, ты посмотри, что... Ой! А ты как... Ну-ка, смотри, как они сделали. Они сразу вылезли, короче, меня за это самое... Захерачили. Вообще, конечно, вот это да. Скотина. На. Вот, вот, блин. Обоссал. Эй! Нахер, 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 нахер. Никола, уходите оттуда, немедленно. Бояться нечего, друг мой. Я ставлю канал связи открытый. Все будет хорошо. Никола, не глядите. Нормально. Не, молодец, как вообще там. Че? Че, молодец? Ну, не поддался, короче, старался им. На их ловушку. Че нахер? Где там они? Где эта сволочь? Сейчас, конфету подарим там туда. Давай конфету подарим. На! Ты смотри, там еще из угла вылез. О, нет, меня убили опять. Как? Ладно. Там, короче, мужик еще в рукопашку выбежал. Сволочуга. Короче, надо что-то придумать. Вот сволочь. Нать, ёпт. Блин. Ай. Ес. Выпивай давай свое вино быстрей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сука. Быстрей. Да не свисти, ёпт. Куда быстрей-то? Нати, блин, под себя кинул еще. Дурак. Я почему так не умел-то, а? Вань, не свисти на флейте ее. Ладно, хорошо. Давай, соберись уже. Ай, ай.
Ай! Можешь пистолетиком попробовать. Да, пойдем. Пикалем попробуй. О, пикалем нормально, кстати. По коленам чашечка прям. На! 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 Фу. О, выносишь отлично. Уроды, да? Ну и что удивительного, это финальный же. Здесь должны быть такие ситуации. Пару глав осталось. Буквально. Опа. Сигареты. В смысле, патроны. Че, как тебе эта игрушка, Никитос? Нравится? Блин, да тут, короче... Тут прямо к вообще этот, ну-ка. Тут, ух ты, тут у него, короче, оружие немерено, выбирай любое просто. Ой, надо все посмотреть, что это такое. Так, а гранатку я возьму. Ну, да это уже очевидно, что уже готовят тебя к битве уже. Да. Значит, что здесь у нас? Гранатку возьму. Вот этот автоматик. Ну. Автоматик. Очевидно, да, все это очевидно. Да, автоматик. Патронов ту его хуча. Да. На. Ту его хуча. Не. На тебе вам вспышку слева. Присел. Хорошо. Работаем, девочки. Ух ты, сука там повлазила. На, юб. Запоздалый экспресс. Уходим, бля. Быстро. Давай. На. Хорошо. На. Кто, блин? Ага. Красава, вообще отлично. Ай! Сзади ж кто-то меня. На! В купол тебе прямо. Уходи, ёп. Так, надо валить. Валить отсюда. Короче, на Твиче у меня какие-то лаги, так что взял на Твиче, отвечаю на ГГ. Ну понятно. Это нормально для Твича, это бывает. К сожалению. Да, вот, нормально, все. Но. Уходи, падла. Правильно. Ну это нормально, бывает. Ой. Ой, как сильно. Вещь такой, вещь. Да, бывает. Ух, как красиво было, как красиво. Ну или же это не твища, а комп, мой комп. Может быть. Бум-бум. Так. Портоны взяли. Портоны. Да, видишь, ему... О, пистолет. Ему больно, оказывается. Кого стрелял. О, как ты думал. Хорошо. Ну-ка. У меня тоже, кстати, есть магнитная хрень. Угу. Она говно. Овно. Подождите, ну подождите, не бейте меня. Угу. Брали. Фигня, короче, понятно. Короче, ладно, пистолетом пойду. Ну да. Пистолет Алёшка называется. Точно.
Там сразу 30 патронов из него вылезают. Да, дам тебе под патрушку, да. Уходи, колпачок. На! Кто ю? Запоздалый экспресс. Вижу. Меня уносит. Все? Нет, там трое было, теперь двое осталось. То есть где-то еще один сидит, да? Так, один остался, по-моему. А что, не вижу? Все, нет никого. Нет. Все, кажется, по-моему. Ну все, надо идти собирать. Знаешь? Вроде, да? Пойду патроны собирать. Давай. Автоматы всякие. О, автоматик хороший. Ружишка. Патроны. Армуль. Урожай собирать пора. Ой, это что такое за мега хрень такая? Блин, там всего полно. Опять. Базука какая-то. А мне херня нужна. Спрашивает, что делаете в последнее время? Работаем. Да, работаем, но позвольте стрим, когда есть время, разумеется. Работа, семья, уже все. Уже все, теперь не это. Не так часто играем, к сожалению. Как хотелось бы. Вот так вот в выходной выбился, да и играем. Так, а те куда? Вон, Это взяли. Все, ну и пошли дальше, значит. Так, а куда нам дальше? Последнее время стримил такого... Да, Геракл, короче, успел постримить. Да. Да. Извините, ребята. Запоздалый экспресс. Меня... Один. О, пошли. Угу. А что там стучишь, чего? Где? Я не знаю, что там стучишь. Да уроды, ёб вашу милицию. Да отвалите. Милиции на вас нету. Все, я пошел. Забрали. Первый на. Здоровый. Неужели меня убили? Да как так-то? Опа! Успел. Во. Ой. Всё. О, я ачивку получил. Между глаз называется. Ух ты, фига ты даешь, Василёв. Я ему чисто между глаз попал. Ты даже не старался, даже, я понял, да. Как ты не старался? Старался, ему целился прямо в ноздри. Да ладно, Федя.
Скотина пулеметная, блин. Не подобраться, сложно будет. Гранаты есть, нет? Нету. У меня кот сейчас как ниндзя взял и повис на шторке и взбирается наверх, потом прыгает. Ниндзя коты. Рюха ебуса. Да, не закаты. Варяхуса. Котабуса. Да, амакуса. Блин, я что, бесконечный, что ли? Блин. Странно. Вот один там остался, собака. Попробуй пробежкой добежать как-нибудь до него. Походу пули не дотягиваются просто-напросто. Возле арки остановись, когда будешь бежать. Я тут и выцеливаю его. Все. Да все. Все. Так, ладно. Молодчина. Собака, ах ты тварь. Много их, конечно, было. Много. Патрончики как раз возьмем. Водичку. Никола, вы там мне и нужны. Кошмар. Идем. Главное, звук... Это... Ого. Так, здесь еще у нас. О, плейбой. Серьезно? О, гроза. А сможешь пробежать и сесть за стол? Проехав на столе, да? Так, а куда же? Да. Так. Так, что-то я заплутал. Значит, нам сюда. То есть сюда. Здесь как... А, я хлазать надо. Я понял. Угу. О, залез отлично. Так, сейчас будет любимая вещь Ивана. Взламывание замков. О, я обожаю это тебя. По старинному. Красиво уж. Никола, что случилось? Леди Лошми была права. Он знал. Я вас вытащу. Давайте. Класс. Добавил красненького света. Он еще там.
Уже поздно. Ничего не сделать. У меня есть еще одно дело. Что-то у меня повис стрим, прошу меня простить, я отлучусь. Опять дела. Ну что ж делать? Хорошо, хорошо, Никитос. У тебя-то Вань не лагает, нет? Нет, нормально вроде. Угу. Алистер! Алистер! Выходи, типа. Босс, типа, главный. Выходи на свет, мерзавец! Сейчас глава уже. О! Ты и я. Разведка похудела. Мы не такие уж разные. Ну да. Я всего лишь хочу защитить своих родичей. Мы просто боремся за свое место. Надеюсь, ты готов, Леха. Ладно, Вань, все. Свести. Однажды. Он же говорит. Ты поймешь. Что он говорит-то хоть? Это же тот самый мужик, наверное, который полуоборотень-то. Прости меня, Грейс. Этого я совсем не хотел. Вот он. Mortal Kombat. Ага. Что делать-то? А, вот. Ух ты. Mortal Kombat. Интересно, интересно. О! О, господи, смотри. Вижу, 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 вижу. Ну, красота. Что-то кнопочку пропустил я. Хрена себе. Что нажимать-то, блин? А, направо. Что-то непонятно, что нажимать-то. Я не понял. Ребята, просто... Я не догнал, куда мне нажимать просто. Понятно, что я не понял, бляха мух. А, понятно. Стиком влево или вправо, то есть, соответственно, как нужно будет положение стика. Влево, вправо или вверх или вниз. А, все понял. Бля! Бля, не успел. Черт. Сейчас получится, не волнуйся, сейчас получится.
О, убил, походу. А нихера. Зачем, Алистер? Все эти годы вы сражались с нами бок о бок. Я видел то, что не могу стереть из своей памяти. Как цивилизации рождались и гибли из-за людской алчности. Алчности. Как люди истребляли друг друга во имя так называемых богов. Еще искупим свои грехи. Но чем вы оправдаете зверство, что творил ваш народ? Мой народ! Мой народ ничуть не хуже вашего. А как же ваша сестра? Ваш отец? Все это ложь? Изизи, мой отец. Я любил их как родных. Но где им понять? В каком кошмаре я жил, сын мой. Отец, прости меня. Это я должен просить прощения. Я не хотел для тебя такой жизни. Вы знали. Я всегда знал. Я спас его, когда его семью убивали. Твой отец погиб от моей руки. Но, дитя, за что тебе такая участь? Как мог я забрать жизнь невинного? Сознайтесь во всем совету, лорд канцлер. Только так вы сможете искупить свою вину за эти бесчинства. Я не могу! Это правда потрясет наш орден до основания. Значит, пожертвуйте мной. Сколько еще должно умереть ради вечного молчания? Он мой сын. Я не могу прервать его жизнь. А ты типа давай убивай. Изабель. И совет не должны ничего узнать. Или я обращу в прах все, что вам дорого. Понятно. Простите меня об этом. Отныне я запрещаю вам знаться с рыцарями. Орден должен быть единым. Вы более не его часть. Закончите, что начали, прочь. Люди не созданы для такой жизни. Тощи права все качает. Наступит день, когда наше страдание кончится, брат. Может, тогда мы обретем покой. Блин, жалко убивать еще чувака, блин. Стрелять? Нет, мой лучше не надо. Поздняк. Я уже убил. Ну вот, похоже, и все. Да. Да, жаль, конечно, очень жаль.
Кстати, у меня есть идея. Можно попробовать, может, концовку, может, переделать, не знаю. Перегать. Да нет, тут другой концовки нету. Нету, да. Все равно придется стрелять, да, в него? Посмотрим дальше, что выжить, тут что-то еще идет. Хорошо, ладно. А вот какая-то глава, более не рыцарь. 17 глава. Не бойтесь, Никола. Все хорошо. Это вы так думаете? Совет ввел в городе военное положение. Власти могут перейти к активным действиям в любой момент. Сейчас не время для героев. Бэтмен такой. Нам надо построить все и покинуть город. Я скоро буду. И чтоб что знали, я больше не Галахад. I am Batman! Точно! Ну, он что такое говорит? Чтоб вы знали, я больше не Галахад. I am Batman. Ну, короче, Batman. Мне кажется, вторая часть какая-нибудь по-любому будет. По-любому, конечно, выйдет вторая часть. Угу. Не окончена, потому что глава. История не окончена. Не окончена. По-любому что-то будет еще. Ну ладно, что ж. На этой ноте все-таки завершаю стрим. И все вообще, в принципе, прохождение этой игры. Ну что, у нас за сколько? За 3 или за 4 записи все было пройдено. Вот. Так что все части выложу в группе. Можно будет посмотреть, если кто не успел прийти. Вот. Так что всем... Так что всем спасибо. С вами был Данил Б. Пока. На втором микрофоне Вольт 16. И игра Орден. 1886, эксклюзив PlayStation 4. Да. Всем пока-пока. Пока. Всем пока.